Финал 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» запланирован в сентябре, и он будет необычен тем, что пройдет впервые в гибридном формате с использованием дистанционных и онлайн-технологий. Это будет сделано как по причине ситуации с пандемией, так и с учетом развития цифровых технологий. Примут участие в соревнованиях и славянцы. Девиз международного некоммерческого движения World Skills International, оператором которого является Союз молодые профессионалы, такой: делай мир лучше силой своего мастерства. Олимпиадой для рабочих рук по праву называют чемпионаты, в которых принимают участие будущие профессионалы. Студенты Славянского сельскохозяйственного техникума неоднократно и успешно выступали в чемпионатах молодые профессионалы по компетенции спасательной работы. Они получили возможности для этого благодаря успешному развитию сельхозтехникума. В крае создана четкая и эффективная система поддержки профессионального образования. Славянский техникум является базой проведения регионального чемпионата по компетенции спасательной работы. Наша команда регулярно участвует в этом чемпионате, в крае занимает всегда призовые места и входит в пятерку лучших команд по этому направлению в Российской Федерации. Не случайно Кубань уверенно входит в десятку лучших регионов страны по уровню подготовки специалистов среднего профессионального образования. Есть целенаправленная программа поддержки вот этих вот ребят, которые занимаются рабочими профессиями, которые постоянно повышают свое мастерство, которые хотят работать на благо России. И очень хорошо, что это движение оно поддерживается в Краснодарском крае, выделяются денежные средства на приобретение оборудования, на переподготовку преподавателей, на переподготовку мастеров производственного обучения. Программа предстоящего чемпионата большая и напряженная. Его участникам предстоит преодолеть немало препятствий на пути к успеху. И все это им надо делать четко, слаженно, быстро. Для того, чтобы быть во всеоружии к национальному чемпионату, члены славянской команды упорно тренируются. В этом году национальный чемпионат проходит в режиме онлайн-формата. Каждый сдает на своей площадке. Это во многом облегчает задачу, но в то же время и усложняет. Профессионализм у наших ребят есть, он выработался уже, боевой настрой, ну а там как карта ляжет. Виктория Шабурова не первый раз будет участвовать в престижных соревнованиях, и настроена она, как и все члены команды, по-боевому. В чемпионате World Skills я участвую уже не первый раз, но в нацфинале впервые. Команда у нас сплоченная, вместе уже четвертый год будем учиться. Все для подготовки к чемпионату у нас есть, оборудование хорошее. Мы надеемся на то, что покажем достойный уровень. Соревнования пройдут в строгом соответствии с регламентами. Новейшие цифровые технологии и система телекоммуникаций, которые будут использоваться, не станут препятствием для соревнующихся. Участники национального чемпионата, состязаясь честно и добросовестно, сумеют продемонстрировать профессионализм и слаженность действий. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».